небольшая реконструкция велосипеда Star Chaussee, который в прошлом году за месяц поменял порядка 5-6 владельцев. Значит, что мы здесь сделали? Мы здесь заспецевали заднее колесо на втулку на промах. Клиент захотел только один фривил, клиент захотел только одну звезду впереди. Соответственно, выровняли линию цепи, выставили колесо ровно по кривым дропаутам. Теперь он стоит нормально, несмотря на то, что рама кривая. Линия цепи тоже идеальнейшая, можно сказать. Настроили тормоза. Теперь это будет у нас сингл. Сингл Star Chaussee. Смотрится очень красиво. Передние колесики немножко еще попрыгали, тормоза настроили. То есть в целом более-менее сделали так, чтобы этот велосипед ездил и радовал своего владельца в таком вот виде.